В центре «Патриот» открылась мемориальная экспозиция, посвященная 70-летию с начала Петсамо-Киркенесской операции по освобождению Северной Норвегии. Ее еще называют 10-м сталинским ударом. В память об этом событии архангельские гимназисты вместе с историками и почетным консульством Норвегии организовали выставку. На ней можно получить подробную информацию об этом событии с картами и фотографиями. Также на выставке представлены работы архангельского художника Евгения Тенетова. «Общая история – это основа для доверительных отношений между странами», заявил генеральный консул Королевства Норвегии Ули Линдеман на церемонии открытия экспозиции. Погибло более 2000 советских солдат на северном фасе наступления. Погибло на норвежской земле. Так что мы знаем свою историю, мы учимся на своей истории. Ну, не живем в истории, думаем о будущем. Они слушали лекции, читали книжки, подбирали фотографии, а затем все это уже оформлялось вот в том виде, в каком мы сейчас можем это увидеть. Экспозиция будет работать в Архангельске до 9 октября, а после отправится в Норвегию в город Вардю.